Приветствуем зрителей НВТВ. Сейчас мы находимся на ростовском вертолетном поле, куда с минуты на минуту прилетит вертолет экстренной помощи. Для Ростова это уже не первый рейс и не первая спасенная жизнь благодаря ему. Эвакуация прошла штатно, мягко, хорошо. Время вот засек буквально. Мы летели 2 часа 41 минута, это с двумя посадками. Это начиная от ремонтного, посадка. В Орловке. Два пациента, то есть у нас на все просело, что 2 часа 40 минут. До 98 года у нас были регулярные эвакуации из отдаленных районов, и для этого применялись и вертолеты. С 98 года возможность, времена были экономически сложные, и вид эвакуации прекратился, и вот на сегодняшний день появилась возможность, появилась техника, появились финансирование федеральное, которое также за счет правительства Ростовской области, возможность возобновить полеты с укомплектованными модулями для эвакуации тяжелых и крайне тяжелых больных. И уже выполнено несколько санитарных эвакуаций, и до конца года практически ежедневно мы будем наиболее тяжелых больных вывозить из отдаленных районов нашей области. Решение о эвакуации принимается медицинской бригадой и нашим центром медицины катастроф. Конечно, это наиболее тяжелые больные, которые нуждаются в быстрой эвакуации с территории, где возможность оказания помощи тяжелым больным с тяжелой патологией отсутствует. В основном это дорожно-транспортные происшествия, там тяжелые хирургические ситуации, нейрохирургические. Но это как раз такой контингент, который требует высокого уровня медицинской оснащенности и специалистов, как раз участия областных учреждений. Это также и родовспоможение, заболевания тяжелые новорожденных. То есть это контингент самый разный.